Всем привет, дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики, всем тем, кто взглянул на мой канал. Ну что, дорогие мои друзья, я сегодня пришла на линию 18100 на турецкие джинсы, брюки, пожалуйста. Производитель брюки, джинсы, только Турция, девочки. Вообще полностью девочки торгуют очень много моделей: шорты, брюки, джинсы. И девчонки нам сегодня расскажут о своем товаре. Пожалуйста, девчонки, кто не знаком, Юля, Зарина, знакомьтесь. Я уже давным-давно снимаю девчонок. И девчонки, конечно, как всегда в работе. Привет, девчонки! Привет, Тамара! Привет, да, привет, мои красотки! Как всегда, девочки в работе, да, мои дорогие? Только работать и работать. Так, бросайте работать, пора съемку проводить. Добрый день, дорогие наши подписчики, подписчики Тамары. Сегодня хотим вас познакомить с нашей осенне-зимней коллекцией. Получили новые джинсы, новые брючки, трикотажные, офисную пластику. Ну, познакомим сейчас. Ну что, давайте начнем. Ну и, конечно же, хотим немножечко, может быть, порадовать, может, огорчить. У нас цены изменились. Стоимость осенних брюк на данный момент будет 4,5 тысячи в пределах этой цены, потому что так мы зависим от доллара. Поехали! Значит, фабрика Дюран, всеми знакомая, боковые резиночки. Модель каждая будет в нескольких расцветках. Размеры 48-58, плотный джинс. Боковые лампасы. Кого интересует? Дюран сейчас идет в основном зауженная штанинка. Евро длина, девочки. Стоимость 4000. Далее, наша классическая модель. Ничего лишнего. Кому надо подобрать рост? Более ровненькая штанинка. Цвет черный, серый, синий. Такой глубокий рыжий цвет, как кэмел. Стоимость 4000. С 48 по 58 размер. Модель замечательная. Такая новинка. Девочки, вот такой у нас соврал. Брючки спешат к вам. Поэтому получилось такое падение. Продолжаем. Да. Далее, вот такая новинка. Классическая. Сейчас вот минимально страз. Полностью резинка. 48-58. Плотный джинс. 5 расцветок. Шоколад, бордо, серый, черный, синий. Стоимость 4000. Наша моделечка спортшики, паучок. И ну, уже знакома с этой моделькой, полностью на резинке. Размеры 48-58 на 50-60. Они хорошо садятся. Цвет серый, синий, черный. Моделька очень красивая. Цена? Стоимость 4000. Вот такая классика. Смотрите, бордовый цвет, он будет примерно выглядеть вот так практически во всех модельках. Зауженная классика, ничего лишнего. Кому стразы не нужны, цвет есть шоколадный, черный, синий в данной модели. Евро длина, размеры 48-58, 4000 рублей. Я покажу черный классический цвет, потому что многие... альтернативой брюкам носят черные джинсы. Они есть во всех данных моделях, которые я вам показывала. Здесь более удлиненочка идет, где-то 105. 48-58 боковые лампасы. 4000 рублей. Черные джинсики, но они есть в расцветках. Вот такая новинка классическая. Но немножечко элементики есть такие поблескивающие. Среднезауженная штанина идет. 48-58 размер, 4000 рублей. Классический синий цвет тоже есть во всех моделях. Но данная модель есть тоже в 5 расцветочках. Чувствуемо. Вот смотрите, это новый цвет, серо-синий, тоже очень красивый. Вот в предыдущей модельке я показывала другой цвет, классический синий. Это новый синий цвет. В такой же моделечке, такой же размерный ряд. Стоимость 4000, но есть еще 3 цвета. Новый лампас. Любители блестков у нас все-таки всегда много. Новый лампас, он более такой эффектный, яркий. 5 расцветок данной модели. Размерный ряд 48-58. Можно на 50-60. 4000 стоимость. А еще, конечно, мы забыли учесть про полный рост. С 48 по 58 получили джинсы в Дюране.
получается полная ростовка на высокий рост, у нас до 1,80 м точно, наверное, может и выше. Средне зауженная штанинка, расцветка к 5, размерный ряд 48 по 58. Смотрите, какие цвета в джинсах, вообще красивучие. Стоимость 4000, девочки. Девочки, кто еще не успел купить такие средние плотности джинсики серого цвета, он очень красивый такой цвет. Пожалуйста, есть еще по стоимости, какая у нас была, 3500, с 50 по 60 размер. Модельки есть с бананчиками, есть абсолютная классика, вот из-за всего. Пожалуйста, обращайтесь. Возможно, на отдыхе кто-то едет, кто-то не любит сильно плотную джинсу. 3500 рублей до 60 размера. Тут же сразу покажу наши модели. Может быть, не успели наши красавицы купить. Значит, вот такая модель в спортшике. 3500 в этой фактуре в Бенгалине. Синий, черные, все яркие расцветки. 3500 данная модель в этой фактуре. В 5 расцветочках идет. Там есть и яркие цвета. Но... Вон, девчонки, тут разные цвета. Красный, зелень, ментоловый, разные-разные. Ну, что я хочу сказать, Тамар, порадовать. Вот данные модели, они у нас уже пришли в плотном трикотаже. С 50 по 60 размер. Стоимость, естественно, будет 4000, ну, до 4,5. Там есть еще какие-то конкретно модельки. Но вот эти две данные модели, они у нас есть трикотажики. Так что обращайтесь. Более плотные, на зиму, под курточки 8. Томочка, еще пройдемся по брюкам, потому что у нас есть офисные работники, у нас есть целые коллективы медики, учителя. Пожалуйста, для вас брючки, офисная классика, с хорошей лайкрой, с высокой посадочкой. Есть модели в синем, в черном цвете, стоимость 4000, 48 по 58, а то и 60 размер. Вот в каждой модели, девочки, синий, черный цвет. Моделей и дизайнов разных очень много. Есть там с пипочкой какой-то, есть вообще безо всего. Кому надо, спрашивайте. Стоимость 4000, повторюсь. Далее, аналогичный вариант. Ну, на выход, может быть, где-то выпендриться. Вот такой вот вариант, синий-черный цвет. 48-58, тоненький кожаный лампас. Красиво подойдет под кожаную куртку, под шубочку. Вот нарядиться, пойти куда-нибудь погулять. 48-58, 4000 стоимость. Далее. Аналогичная ткань. Ткань называется Нил. С хорошей лайкрой и стретчем. Так, боковые резинки, шириночка, полный рост. Синий-черный цвет. Стоимость, девочки, 4000. Ну, вот это вот у нас великолепие на высоких дамах. Они обращаются к нам почему-то всегда очень поздно, когда у нас их уже разобрали. Так, ну и, конечно же, покажем ткань. Она у нас ранее была, мы ею работали. Это мелкая-мелкая клеточка. Но она у нас немножечко подороже, 4500. Есть с боковым швом, есть вообще безо всего, есть пуговки внизу. Бананистый крой, классический крой, синий, черный цвет. Именно модель в клетке и еще в новой ткани в меланже стоят 4,5. 48-58. Вот она ткань получается с выработкой, но ее, наверное, очень плохо видно. Да? Томочка. Хорошо. А также в дюране, конечно же, для наших... пышненьких девчонок комбинированная кожа пришла, 48-58, маркировочки, спереди кожа, сзади трикотаж, размеры будут российские 48-58, а то и можно до 60-го, у них растяжки очень хорошие, стоимость 4000 рублей, аналогичный вариант тоже для модниц. С лампасиком моделька. Трикотажик такой идет с 50 по 60 размер. Так, ну и пройдемся чуть-чуть по спортшику. Модельки 48 по 54 размер, но у них растяжка, девочки, до 56. Стоимость 4000 рублей. Они все будут с каким-то оформлением, с каким-то принтом, но сидят очень хорошо, скрадывают ножки, удлиняют. Тем более сейчас ткани плотные. Они очень хорошо смотрятся под курточки, под дубленочки.
модель с кожей комбинирована. Вот так вот. Чуть-чуть. Такие заплаточки. Оформление очень хорошее. В основном эти модели у нас идут на круговой резинке. Размеры 48 по 54, ну на 56 тоже хорошо натянутся. Далее моделька вот такая вот с дизайном более ярким, более эффектным, контрастным. Она была в джинсе, многие, наверное, с ней знакомы. Она была, в принципе, и в хлопке. А, ну, 50-56, скажем так, пойдет. Стоимость 4000 рублей. Вот такая модель с ремнем в шашечку. Немножечко такой идет принт. Он не навязчивый, не сильно вычурный. Данная моделька есть 42-48 маркировки плюс 6, а есть еще и 50-56, то есть до российского 56 размера. Стоимость 4000 средняя, 4500 супер альфа. Ну и, конечно же, кожа, как всегда в моде, при любой погоде. Размерный ряд 48 по 54. Моделька с колечком, новенькая. Она, в принципе, у нас есть еще и в джинсиках. В дальнейшем я вам ее покажу. До 56 можно смело. Круговая резинка. Стоимость 4000. Девочки, весь товар у нас турецкий. Производитель Турция. Фабрик у нас разных, очень много. Все мы охватить не можем. Данная моделька 42-48 маркировки, но это идет более зауженная, комбинированная. Стоимость 4000 рублей. Ну и куда мы без палаццо, потому что это сейчас актуальная тема на сегодняшний день. Носит как молодежь, как, не знаю, женщина. У нас кто берет дюран, вот им нравится очень, потому что скрадывает все наши телеса. Это абсолютная классика, корсетный пояс. Его можно одеть, не знаю, как под спорт, так и под классику, абсолютно. Размерный ряд, девочки, кстати, с 38 по 44 плюс 6. Есть средние, маленькие и супер баталы, то есть до 62-64 размера, смело. Это абсолютно классически. Ну и, конечно же, разнообразили, сделали, допустим, вариант аналогичный с косыми карманами, но здесь присутствует такой белый лампасик. Кто хочет ярчить, размер до 56, стоимость 4000 рублей. Далее, еще ярче и эффектнее, пожалуйста, под белую блузочку. Белую курточку, вот такой вариант. Он больше, наверное, как спортивно смотрится, да? Тоже до 56 размера. Далее, в этой же фабрике у нас вот такая новиночка идет с защипом. Внизу, смотрите, три пуговки. Модель с тремя пуговками, она, в принципе, была, но с защипом не было. Так что это новиночка. С 48 по 54 можно до 56 размера. Стоимость 4000 рублей. Продолжаем. Значит, далее трикотажки. Вот такая вот моделька со швом спереди. Кому-то это очень нравится. И внизу ступенька. Размеры 48 по 54. Круговая резинка. Трикотажик тянется очень хорошо, удобненько. Все у вас скрадывает. Далее модель. Аналогично вот предыдущим. Только полностью в коже. Размерные сетки, девочки, и маленькие есть, и баталы есть, и супера есть. То есть до 62 с русского, российского 44 размера. Стоимость 4000 рублей. В общем, брюк много не бывает. Поэтому приходите за кожаными, за классическими, спортивными, за джинсиками в нескольких расцветках. Все это мы привозим для вас. Такой ассортимент шикарнейший, девочки. Двойной лампас. Одного лампасика мало, пожалуйста, можем вот таким двойным лампасом вас удивить. Размерный ряд будет с 50 по 56. Стоимость данной модели 4000 рублей. Ну что ж, девчонки, мы не заканчиваем нашу программу по вашим заявкам. По приобретению наших самых красивых брюк в самом лучшем павильоне на линии 18, место 100. Поэтому продолжим свой показ. Полный рост джинсы, синие, черные, классика, как вы любите, без цицок, без ничего. 48 по 54 размер, стоимость 4000 рублей. Черный и чернильный темно-синий цвет. Вот такая классика. Она идет уже такая отстрочная рыжей ниткой. С 50 по 56 размер
черный, синий цвет. Это все полноростовки я показываю, длинные. Стоимость 4000. Фабрика «Авангард». Стоимость 4500. Фабрика, она у нас идет чуть подороже, полный рост. Есть синий цвет, есть черный, есть хаки, бордовый. Длинненькие, на высоких, длинноногих, самых красивых женщин на планете. Пожалуйста, 4500. За свои длинные ножки платим больше. Так, дальше. Смотрите, какая у нас моделька. Вот я вам ее показывала в коже. Вот она у нас в расцветках. Цвета красивучие. Такие темненькие, глубокие, под куртки. Не все хотят ходить в черном, в синем. Хотят цветов, яркости. Пожалуйста, до 56 размера смело идет. А, джинса плотненькая, 4000 рублей. Джинсики с 38 маркировки, с российского, 44 размера. Есть цвет синий, черный. Круговая резинка, прямая ножка. 4000 рублей, девочки. Но они есть и в больших размерах, до 56. Круговая резиночка. Дальше, есть они и в евродлине. Круговой резинки у нас много. Есть с чем-то. Есть вообще без принта, без какого-либо. Вот такая модель. Натуральные карманы. Здесь идет 7 расцветок, до 56 русского размера. Есть цвет хаки, шоколад, бордо. То есть цветов там много. Потом, Тамар, мы пройдемся вот так вот по витринке. Мы покажем наши расцветки. Замечательные, красивейшие. Витринка, смотрите, тоже классика. 48 по 54 размер на ширинке. Яркий такой поясочек. Ну, немножечко вышивка. Тоже там несколько цветов. Тоже мы их покажем. До 54 размера, 4000 стоимость, девочки. Давно не было у нас полубананчиков. Сейчас в основном крой идет, либо палаццо, либо заушка. Вот они в моделечках в РБКС, полубананчиком. Есть чернильный синий цвет до 56 полного. И черный цвет, круговая резинка. Натуральные карманы, 4000. Классика, кому... Не нужно ничего, нигде абсолютно, с подворотиками можно развернуть. Подворот не фиксирован, синяя, черная джинса на круговой резинке. Стоимость 4000. Наши красавицы, поехали мы дальше. Будем ярчить. Нам нужны яркие брючки. На осень, не все должно быть серым. 48 по 54 размер. Полубананчиками, натуральные карманы, спиночка тоже, карманчики, стоимость 4000, ну, до 56 они достаточно тянутся. Покажу теперь по черной джинсе, девочки, но есть они и черные, и синие, 48 по 54 размер, модель удлиненная, но рост не полный, это евро длина, натуральные карманы и вот с таким дизайном. Моделька была в лете, очень красивая, не скучная, яркая, комбинированная с красным ремнем, 4000 стоимость. Ну, джинсики, вот смотрите, аналогичный вариант, да, по типу карго был в лете, то есть это карманчики, тут он один, по 56 полный размер, стоимость 4000 рублей. В цвете только черном. Девочки наши стройненькие, самые красивые. С 38 маркировки плюс 6, то есть 44 российского. Вот такой цвет джинсы, он получается серо-черный. Есть и на вас. Посадки у нас высокие, на худеньких. У нас нет практически средней посадки. Такая новиночка. Здесь маркировки почему-то написаны большие, но в самом деле моделька новая и она что-то такая маленькая. Я думаю, что это тоже на наших худышек пойдет красиво. Черные джинсы есть и в синем, стоимость 4000. Любимая комбинация джинсы, я люблю комбинированные джинсы. Смотрите, спереди идет черная джинса вот с таким принтом внизу. Сзади идет трикотаж. Трикотаж всегда тянется, в нем удобно. Можно делать шпагат, можно делать сальто. 4000 рублей по полной 56 размер. Ну и снова для наших маленьких стройненьких, которые всегда у нас обижаются. С 38 маркировки 44 размер. Вот такая эффектная яркая модель. В евро длине это не полный рост. Ну, до метра, Юль, до метра 65, да, вот здесь вот будет.
Три цвета. Значит, идет обычно синий, чернильный, черный. Тоже очень красивая модель. Стоимость 4000 рублей. Девочки, обращайтесь. Посадки высокие. Красивые джинсы у нас очень. Конечно же, фабрика «Таковар» у них всегда, вы знаете, абсолютная классика. Всегда, когда к нам приходят девчонки, я его ношу, я его люблю. Ношу с удовольствием, джинсы носятся очень хорошо. Катон тут достаточно плотненький, абсолютная классика. Есть у них варианты на круговой резинке, есть варианты абсолютно такие, безо всего, на ширинке. Стоимость 4000 по 56, но они бывают у нас и до 60 русского размера. Ну и, конечно же, мы не забыли про вас, наши девочки, с 60 по 66 размер. Дюран, боковые резинки, ткань мелкая клеточка, стоимость 4500, девочки, до 66-го. Не протирается, носится, и даже, наверное, у наших клиентов, у многих они и есть. Почему мы их и повторили? Есть спрос. Вот, и кому нужна абсолютная классика, сегодня получили трикотаж с 60 до 66 размера. 4000 рублей, ничего лишнего. Пожалуйста, они же тоже и не трутся, и носятся достаточно долго. Куда мы без наших труб? Куда? Никуда. Коленки у нас всегда бывают не очень красивые. Бедра у нас тоже бывают так вот пышненькие, поэтому их всех можно прикрыть палаццо. Девочки, сидят они восхитительно, не бойтесь, поменяйте чуть-чуть свое мировоззрение, гардероб и приобретите вот такие широкие брюки, которые подойдут вот абсолютно всем. Мы даже вот сомневались, и мы все ходим в них, только немножко в разном стиле. Ну, естественно, вот я уже говорила, наши как спортшик. Брючки на круговой резинке по 62-64 размер. Две моделечки мы их получили, но это только начало, девочки. Все мы вам показать не можем. Стоимость 4000 на данный момент. Ну и, конечно же, девочки, у нас наркотическая зависимость от доллара. Поэтому, если он вновь у нас подскачет в небо, цены у нас могут повыситься. Поэтому не обижайтесь, узнавайте за цены, узнавайте за наличие модели. Потому что многие съемку смотрят, не знаем, а когда, приезжают, а вы показывали, а нету, а тут. Заказывайте сразу. Оптовики, мы вас ждем, как никогда. Пожалуйста, одевайте своих клиентов, регионы, не спите, приезжайте. Доллар может такой быть и до Нового года. А нам нужно людей одевать. Так что приезжайте, всех ждем. Делайте заказы, кто не приезжает. Отправки курьерами. Пожалуйста. Не забывайте, не задавайте лишних вопросов. Потому что у нас только Турция. Товар мы не смешиваем. На рынке мы уже более 20 лет. Все турецкие фабрики. Посадки шикарные. Но они, конечно, индивидуальные. Подбираем мы всегда неплохо. Комментарии у нас все самые лучшие, подписчики самые лучшие. Я видела, как комментируют, поэтому вам огромное спасибо за ваши прекраснейшие комментарии в наш адрес, девочки. Сейчас мы немножко с Тамарой сделаем такой беглый охват нашей витрины. Посмотрите, девчонки, офисная классика, но она больше рассчитана, конечно, у нас для оптовиков. Они моделечки на резинке. На данный момент цвета в основном базово синие и черные, но они будут у нас в расцветках. Покажи кожу. Кожа у нас тоже есть. Девчонки все не показывали. Есть и полностью кожа, и яркие цвета у них есть, и спортшик. Хотите с беленьким, хотите с желтеньким. Спандекс у нас в наличии есть. Джинсы. Вот я вам показывала джинсы, модельки. Посмотрите, сколько цветов. Ну, каждый год Турция что-то новое придумывает. Спасибо всем им, не знаю, кому там, дизайнерам, технологам, всем-всем. Мы каждый год думаем, что же новенького они нам могут придумать. А они фантазеры. Фантазеры. Все есть. Клешики есть, девочки. Пуговки есть, стразики есть. Охватить все не можем. Тяжелючие очень. Ну, Тамар, красота. Очень. Очень красота. Так что
Линия 18 вместо 100. Юлечка сегодня приболела немножко, приболела, да. И дала слово мне. Вот, поэтому... С голосом немножко, да. Проблемы. Ее вы должны тоже видеть. Она здесь. Да. Потому что многие покупатели приходят и ищут, где видят меня и пугаются. Но я здесь всегда. Так что, ну что, дорогие подписчики, давайте и поблагодарим Юлечку, потому что она тоже за кадром подавала, вешала, старалась. Поблагодарите девчонок лайком, поделитесь их видео. Конечно же, да, цены немножко пугают, но, дорогие подписчики, вы сами знаете, что доллар повышается, и закуп идет турецких товаров по курсу доллара. Поэтому, конечно, здесь девочки ни при чем. Поэтому, кто будет оскорблять девочки, я сразу буду кидать в бан. Можете высказывать свое мнение, но без оскорблений, пожалуйста. Конечно же, если бы были бы брюки по 1000 рублей, мы бы с удовольствием их продавали. Нам нужен объем продаж, нам нужен и на опте объем продаж. На рознице, если бы была бы такая цена, что у нас доллар был дешевый, были бы рады, были бы только продать. Рады. Мы прекрасно понимаем, что ничего не поднимается, ни зарплата, ничего. Тем не менее, вот такова наша жизнь. Турция, она всегда зависит. И вот этот вот баланс, он качается, девчонки. Надеюсь, да, что сегодняшний обзор был информативный для всех моих подписчиков. Пожалуйста, девчонки действительно сегодня старались показать, рассказать о брюках. Пожалуйста, девчонки, заказывайте. Отправку делают по всему миру. И приезжайте, звоните, пишите девочкам, а девочки вам обязательно помогут в выборе. Ну, а мы не говорим до свидания, а говорим всем до новых встреч! И всем пока-пока! Пока-пока!